Приветствую вас, друзья, на канале Буплей. Меня зовут Владимир, и сегодня мы продолжаем прохождение игрушки 7 Days to Die. Итак, друзья, что сегодня по плану у нас? У нас по плану сегодня надо пройти нашествие 5 уровня. Это будет довольно-таки долгий процесс, я так предполагаю, да? И еще, друзья, маленькая такая отсылочка, да? Помните, я все переживал по поводу Тигеля, да? Смотрите. Он у меня уже делается. Я тут вчера что-то после Орды... ночью, 21 ночи, я что-то начал смотреть, что у нас там открылось, что там вообще происходит. И я понял то, что у меня вообще-то открытый тигель. У меня только осталось закрытым, друзья, только осталось закрытым. Сейчас скажу, что у меня осталось закрытым. Где это я, блин? Сейчас, секунду. Надо найти. Где эта шняга была? Я не помню уже даже. Ну, где-то там. Я уже не помню. Или это было здесь? Нет, не было здесь. Это было здесь, скорее всего. Да. Тут же вот тигель. Тигель лучше на меха. Фонарики. Оставьте только запчасти, отмычки, да. Великое ограбление завершено. Там надо книжку найти, да. Единственное. А все остальное, друзья, у меня уже открыто. Я как-то, не знаю, это пропустил. Еще быстренько пробежимся, друзья. Маленькие изменения по поводу базы. Вот, я все-таки поставил... провода поближе, то бишь нашу электропроводку, да, чтобы наши пацаны, которые будут бегать, они побегут сюда, да, чтобы они не лапались на эту тему. И все. И, ну, здесь починили все, так как у нас сейчас сталь есть, у нас все отлично. Это будет все исправляться, да, друзья, это будет потом все уходить в булыжник, а потом уже и в... цемент, а впоследствии уже и в бетон. Ой, не в бетон, а в сталь. Но это будет попозже. У нас для этого надо будет еще эликсирчики купить, чтобы получить максимум опыта. А сейчас мы, друзья, будем выдвигаться на... Блин. Выдвигаться на... нашествие. Я хочу все-таки... Не знаю, может быть, не взять... автомат, но я думаю, что я все-таки возьму эмочку на всякий пожарный, мало ли там будет тяжеловато. И возьму, не знаю, 600 патронов. Я должен думать, что должно хватить. И это мы переставим сюда. Вот. Я это, конечно, сначала выложу, ну не знаю, может не выложу, посмотрим. Но надо, так как у нас 5 уровень нашествия, да, ну довольно-таки серьезный. Я только точно не знаю, что именно мы будем делать. Так, у меня аптечки есть, да, вода есть. Еду не взял с собой. Ну ладно, может быть, будет все нормально. Где именно будет нашествие, сейчас я не помню. Надо посмотреть, что за здание. Я надеюсь, никакое не огромное. И 190-180 метров, где-то рядом совсем. Это что здесь такое? Это выходит какой-то магаз. А, винный магазин. Ну так себе, не очень страшный. И тут как-то 4 почему-то. Не знаю почему, но... Ну ладно, лес 4, тогда мне даже эмочку не надо будет. Но я буду зачищать. Короче, друзья, я сейчас зачищу это все дело, да? А потом, когда уже будем проходить сам квест, да, мы, друзья, подключимся, чтобы время не тратить. И... как сэкономить ваше и мое время, и потом уже будем, когда уже чисто пойдем по квесту, там уже и я подключусь. Так что, друзья, никуда не бегайте, скоро вернемся. Итак, друзья, короче, залутал, довольно-таки быстро все получилось. Вот то, что получилось с лута, такой, ну, так себе, ничего особенного, как сказать, да. Ну, так, на продажу там что пойдет, то пойдет. Сейчас все это скинем, что нам не нужно на данной стадии. Отлично, это все можно скинуть, пивасик скинуть. Аптечку сейчас возьму с собой, и это можно тоже пока что скинуть здесь. Сейчас мы подхилимся чуть-чуть, мне там получилось пару раз, везде получил я, ну, бывает, с кем не бывает. Сразу я что, ну я сейчас пока что не буду этого исполнять, ну короче, пошли, 5 уровень, да, получается. Ставим такую подругу сюда, один. Я, короче, после этого я сделаю, что я поставлю чуть-чуть. Давай, пацаны. Ну, бежите сюда. Ну, давай, бежи. После этого лута сбегаем
друзья, с вами мы за... Сбегаем мы с вами за лутецким. Так, короче, у меня здесь надо распределить очко. Мне надо, знаете, друзья, куда-то уходить надо. Надо уходить в проектирование, чтобы получать максимум убийств от электроловушек. Так, забрали. И плюс еще изготовление предметов с помощью верстаков, петомешалок на 20% быстрее. Тоже неплохая вещь. Здесь, ну ладно, я пока еще лутаю все. А потом уже посмотрим, что у нас там будет, чего не будет, выкинем, что не выкинем. Так, здесь себе зачистили. Очень много книжек всяких разных, которые нам уже по большому счету не нужны. Только на, чисто на продажу, потому что мы нормально подняли на продажу в прошлый раз. Помните, мне почти что 40 кисарей. Скинем это. Блин, зачем я хотел его продать? Пластик оставим. Это ставим. Так, дальше идем. Здесь у нас будет... Походу здесь чувак должен быть. Йоу! Чё-то, блин, не ожидал я, что вот так он выскочит мне прямо на лицо. Ой, тут не залутал это. Может, что-то какое-нибудь пыло будет? Бля, ничего толкового нету. Блин, был бы куртка с вами. Бляха-муха, вот это пипец. Ну блин, нормально, 5 кисарей, бля, опыта. Ладно, пока там занимаюсь этим делом. Сдох? Сдох. Сдох, Бобик. Микроволновочка. Маска заберем только. Это по люлям получил чуть-чуть здесь. Ну, не, пока что еще рано. А, не, можно похилиться. Нет, с этим 30. Так, что еще здесь вкусненького может? Так, стопэ. Еще чуть-чуть и скоро будем уже на машине кататься, друзья. Ну, машина, я думаю, что, блин, смысла нет брать. Она очень много топлива жрет. Ну, не знаю, посмотрим. Может и пригодится нам в будущем машина. Так. Тут ничего нет. Буфет не тронут. Но этих сэндвичей у меня целая куча. Это сколько ты продаешь? 22? Легче тебе просто взять. А что так много опыта дается за книжку? Подожди. Так, 1315, да? А почему так много опыта мне дали за это? Что так много сэндвичей, я тоже не понимаю. Кофе. Надо зайти через эту сторону. Так. Тут у нас будет, скорее всего, какой-нибудь чувак. Блин, отпирал, не отпирал. Блин, должен был чувак быть. Вот он сидит. Крисёныш.
Еще и Ферал. Так, ну здесь сейчас будет, блин, массакра. Ну давайте, бежите сюда. Просто, блядь, пиханыч работает. Маленький, ты чё тут буянишь? Так, еще есть такое интересное. Ну, ничего такого. Эти сэндвичи просто целая херва туча. Мне их, блин, целая это. Как картошки надо взять. Картошек нам пригодится для стейков. 200. Блять, я не понимаю, как они распределяют эти очки. Там была штука перед этим, потом, блин. Так. Здесь у нас был коп. Это хорошо, так. А, блин. Так, ладно, это потом заберем. Сколько ты стоишь? О, блин, 235. Я не понимаю, как это работает. Турельки, ты хорошо, ну давай, ничего не вкусненько, да, здесь, дружище. Ну даже очень странно, что мне нашествие 5 уровня, но само здание 4 уровня, друзья, скажите, подскажите, что это за херня? Так и должно быть, я не понимаю, что-то я как-то... Раньше был так, что я был 5 уровень, значит 5 здание гулял с 5 зданием, я не доезжаю чуть-чуть. И кажется, мне надо что-то все-таки вложить в очки взлома. Полнейшее говно. Так, ладно. Куда нам дальше двигать? А, дальше нам надо сюда. Дальше сюда. Угу. Ну, вылази. Где там? Что там буянит, блин, без толку, да, блин. Там бумагу мне нахер не сдалась. Тоже не сдалась. Но это вы когда этому с одного удара джахнули, это очень даже круто получилось. Ты аху? Вообще наглый. Посмотрите на этого морду. Вообще хотел мне нормально треснуть. Вообще жопа. Да, друзья, если, например, вы хотите продать пистолет, лучше его разберите на запчасти пистолета, и вы получите больше боссов за это дело, чем, например, продать пистолет. Так, тут у нас будут чуваки. Я уже это вижу, как-то мне даже не заметил, как-то очень интересно. Ну. Что это, блядь, там, блин, меня током не бьет сама эта система. А то было вообще, блядь, облом. Так, что у нас здесь? У нас тут еще, походу, был один. Ну, что так?
Да еще и он умудрился лут. Ох ты морда. Ой, что я тут уже слишком... слишком много начал гасить его, блядь. Так. Так, что еще можно? Ну, ты можешь сожрать. Скушать, вернее, друзья. Скушать, не сожрать. Скушать. Это можно скинуть. Это можно сломать. Это будем мы продавать. Это что? Ладно, забираем. И нам сюда сейчас. Нам сюда, наверх. Здесь нас будут ждать товарищи. Ну? Летит. Все, сдох. Да что ж такое такой живучий тварь. Как-то я не рассчитал с этими птицами. Ладно, пробежимся здесь, посмотрим, что у нас здесь вкусненького есть. Ничего. 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 Так, это можно здесь скрутить. Да иди же ты, блин. Долбит-то тебе хреной бетон какой-то, да вообще. Что ты? Да ты... Какой наглый вообще он. Не, ну... Это как-то странно, здесь никого нету. Очень интересно. Ладно. Пошли. Вниз. Сдох. Ой, радиация, ёпта. Ой-ой-ой-ой-ой. Ладно, надо. Так, здесь надо выпить тоже антибиотик. Потому что сейчас, походу, будет жестоко здесь. Чтобы не заразиться. Так. Вообще-то, может быть, ППшечкой справимся пока что. Давай, посмотрим. Не хочу я тратить патроши. Ну. Бешеный пес. Ну, давай, иди сюда. Все. Улетел, блядь.
Ну вот так, друзья. Роботы, конечно, эта тема, они реально тащат. Например, тут 10 для того, что это очень мало. Я потратил патронов, во-первых. Во-вторых, тут вообще было все так спокойненько. Так, здесь что? Это что такое? Я могу их разобрать? Ну, я думал, что ночью ты дадут что-нибудь новенького, интересненького. Ну, что смотрим, что по Лутецкому? Ёптвою. Так, что мне тут скинуть? Ладно, скинем уголь у нас до хера, пластик до хера. Забрали. Что здесь? Бухло. Еда. Это можно скинуть. Это можно скинуть. Ну, порох, свинец мне тоже до хера скинуть, тоже мне дофига. Но здесь самое няшное. Комплект турели. Блин, дробовики. Я лучше бы хотел, чтобы, блин, мусорные эти вещи были, блин. Ну ладно. Дробовики тоже неплохая тема. Так. И это очень интересно. Очень интересно. Вообще интересно. Ладно. Да что ж ты будешь делать? Зачем я нахуй считаю только магнум, это патрон? Так, что мы можем скинуть? Давай разберем магнум. Ну и смотрим, что здесь. Так, тут шотган Мессайя. Ну так себе. Блин, что ж ты будешь... Так, ладно. Так, что у нас здесь интересненько может получиться еще? Книжечка, хорошо. Ну, а здесь уже еда. Которую я не могу взять. Ну, твою. И покушать тоже не могу. Ладно, ты можешь скинуть. И что у нас здесь будет интересного? Так, я думаю, сейчас мы сбегаем за Луцкой, слетаем за Лютом. Лют тут рядом, недалеко, потом к торговцу. И уже смотрим, будем дальше посмотреть, что будем, чем будем заниматься. Потому что видос где-то идет минут 30, может быть, даже и будем заканчивать на этом, на этой ноте. Посмотрим. Так, хорошо, хорошо. Замечательно. Это не нужно. Так. О, фонарик, сколько ты стоишь? Это надо забрать, это разобрать. Но это надо по-любому взять. Так. Ну и тебя куда мы, дружище, пристроим? А тебя мы пристроим, знаешь, куда, дружище? Мы тебя пристроим к картофелю. Аптечки нам нужны. Так, все, там пусто, да? Да, там пусто. Ну что ж, выходим отсюда. Там наверху открылась дверца. И сюда. И в эту сторону. Побежали. Ну тут тоже недалеко торговец, недалеко вот лут. Ну к луту первым ломанем сюда. Сейчас выгрузим все, что у нас здесь есть. Да то, что грузят, выгрузить, я говорил, они, блин, сесть на него. И ну погнали. Сейчас посмотрим, что там. Давайте мне, дайте мне, блин, мусорные турельки. Блин, это тогда вообще будет имба с ними зачищать вообще города без всяких проблем. А не города, а локации. Даю баню. Это все равно. Народ, дружище. Кабаны? Это что у нас? Комплект за главными оружиями.
Охотничье ружье. Книжки. Роботы. Качество 5. Такую бы построить вообще огонь. Роботизированный дрон. Качество 1. Дрон, друзья. Дрон, дрон. Ай-яй-яй-яй. Так, как мне сюда выехать? Такая получается, блин, прям мод всегда подвидел, а и чё? Нет, там не можем проехать, вот здесь. Ну, поехали к торговцу, смотрите, что он там за вкусненькое нам дадут. Даст. Это всё-таки пятый уровень, а не, блин, четвёртый. Должен что-то, блин, нормальное такое, няшненькое дать. Кажется, или быстрее начал ездить, или мне это кажется просто. Так, 18.38. Ну да, потому что я, скорее всего, не знаю, надо еще мне как-то с базой там разобраться, надо улучшить некоторые вещи. Так, ну кролик. Да стоят, ты не лезь под колеса. Так. С базой потом еще как-то на что-то, может быть, так как сделать покрасивее, сделать как-то, задекорировать ее, особенно в верхней части. А, мне же еще огород надо хотел построить же, ё-моё. Ладно, идем смотреть, что нам там Джоэл приготовил вкусненькое за нашу награду, за нашу зачистку, вернее. Ну-ну. Something you like? О, боже. Ну, это однозначно пулемет М90, М60 и гвоздомет. Ну, что еще могу взять? Шахтерская каска мне нахрен не сдалась, это тоже не сдалось. Ну, выбрать, ну и... Замечательно. И можешь вот и ваш инвентарь. Ну, у тебя, походу, ничего не будет здесь. Запчасти грузовика 4х4. 24 тысячи. Пошел ты, Вася, вообще. Ты охеревшая морда. Опять. А сколько ты стоишь? 1900. Ну, это, конечно, сейчас эти все модификации отсюда сниму. Так, что у нас так? Где у нас модификации? Да не буду продать. Так, где-то там. Где кот исчез? А, вот он. Модификации. Модификации. А это что такое? Не, ну это мне не надо. И тебя модификации убрать. Отлично. И тебе надо поставить эту модификацию. Замечательно. А тебе я вообще бы продал бы эту. Этот пулемет. Сколько ты стоишь? 1000. Ну, пока что я, конечно, не буду сейчас продавать его. Когда мы будем закупать, ну, соберем целую кучу всего, и тогда будем продавать. О, начинается, блин. Очистить от зомби. Нашествие ликвидировано. Да. Может, поближе здесь есть? Очистить от зомби. Нашествие ликвидировано. Потому что, друзья, награды и не меняются. Но не хочу так далеко ехать. 1,5 километра. Это что такое? А это... Не хочу. Не хочу это. А подожди. Pop and pills, ведь побежишься, берите занятие этим зомби. Окей, I'll find somebody. I like you, friend. I've got work for you. Junkville Saloon. Ага. Это у нас было, походу, в... Там слева. Come on, you can do it. Lee, I'm in a bit of a quandary. Can you help me? Блин, можно, конечно, принять. Well, да that's почему? A shame. Have a safe journey. Подожди, следующий уровень. Где там было чистили на 6 ликвидиров по паркану кто-то? Нет, в отеле слишком. Can you help me with my problem?
Judy Witch. Не знаю, что это, блин. Но вот я их не помню с головы вообще. Ури нашествие 5. Давай возьмем похера. Kind of так, блин, это где это у нас? Блин, какое-то большое здание. Ну ладно, что ж делать уже? Поздняк метаться. Ладно, что с ним? Поехали. Скинем все, что нам не нужно сейчас. Так что, друзья, я думаю, что будем здесь закругляться. Видосик уже 45 минут идет, походу, да, то получается у нас. И да, буду же... А, там бетон еще из большой херня. Ну да, что я, да, друзья. А, ну тут я уже вам показывал, да, то, что это все сделать. Но это будет, короче, все меняться. Я поставлю блоки здесь, вот, потому что я положил целые блоки вниз. И только бока пшил, чтобы пусть более-менее красивенько выглядело по фэншуйски, да, чтобы... Потому что, как знаете, да, это воксная система. Тут такая зарубина остается, и не очень красиво это все выглядит. Так что для этого потом мы так и сделали. Так что, друзья, я думаю, что на этом будет заканчивать. Если есть какие-то, друзья, советы, рекомендации по поводу игрушки, не стесняйтесь, оставляйте комментарии под этим и под любым другим видосиком. Если вам, конечно, понравилось видео, друзья, ставьте лайк, подписывайтесь на каналчик, нажмите на колокольчик, чтобы получать оповещения насчет новых видосиков, друзья. А на сегодня я с вами, друзья, прощаюсь. Всего вам доброго и пока-пока.